Москва, 3-7, Эрспорт. Сборная Нидерландов по футболу в меньшинстве потерпела поражение от команды Исландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года, сборная Чехии одолела команду Казахстана. Встреча группы А, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей, в составе которых на 51-й минуте пенальти реализовал Гилфи Сигурдсон. Защитник Краснодара Рагнар Сигурдсон провел на поле 90 минут. В концовке встречи на поле за голландцев вышел форвард Спартака Квинси Промес. Защитник голландцев Брюно Мартинс Инди получил красную карточку на 33-й минуте. Чехи в Пльзене взяли верх над казахстанской командой, 2-1. В составе гостей отличился Юрий Логвиненко, 21-я минута, у чехов дубль оформил Милан Шкода, 74-я и 86-я. Еще в одном матче группы сборная Турции сыграла в ничью с латвийцами, 1-1. После 7 туров лидирует в группе сборная Исландии, 18 очков, чехи, 16, идут вторыми, голландцы, 10, третьими, сборная Турции, 9, четвертый.